Встречайте, Татьяна Навка, Марат Башаров. Я напомню о том, что Татьяна с Маратом выиграли соревнования в первый день и в третий день. Причем в третий день они показали максимально возможный результат. Средний балл у них был 12. Алло. Алло, мамуль. Это я. Я? Почему так дышу? Да мы тут в Тане. Нет, звезды на льду. Хорошо, мамуль, приеду домой, все постираю. Пока. Да, поистине море эмоций и замечательное перевоплощение. Кто бы мог подумать, что Марат предстанет в образе зайца, а его партнерша в образе волка. А что не будет наоборот. Но не забывайте, что сегодня участники воплощают тему юмора. Я думаю, что Татьяна с Маратом, наряду с предыдущей парой, с Ингеборгом Дубкунайт и Александром Жулиным, являются одними из фаворитов наших соревнований, нашего проекта. Все-таки, согласитесь, выиграть два конкурса, победить в первый и в третий соревновательный день, это о многом говорит, о высоком классе этой пары, о том, что класс не просто высок, а фигуристы постоянно прибавляют в мастерстве. И очень доволен, похоже, и Илья Вербух, и, конечно же, зрители.